люди! Нам нужно срочно открыть абсолютно все мегаящики в магазине! Сёма, во-первых, успокойся, а во-вторых, я думаю, что мы их обязательно откроем! И первый мегабокс начинаем открывать прямо сейчас! Если что, это тот самый бесплатный мегаящик! Ха-ха, его уже, наверное, абсолютно все зрители открыли! Напишите, что же вам из него выпало! Ага, а мы сегодня постараемся выбить целых 15 предметов, и я знаю, что это реально! Да уж, из подарочного мегабокса как-то не повезло! Борис, ты что гонишь? У нас же есть еще целая куча мегаящиков, поэтому я думаю, что шансы сегодня будут 100%! Так, стоп, я не понял, вы там что-то говорили про 15 предметов, вы вообще откуда это взяли? Ха-ха, просто у Владуса из мегаящика уже выпадало 15 предметов! Ага, я тоже когда это увидел, просто офигел! Кстати, по поводу Владуса, мы же с ним устроим настоящую битву! Да, обязательно, только если под этим видосиком наберется очень много лайков! Но сегодня мы будем тратить все наши гематики! Да уж, я их так долго копил, и походу сегодня они реально будут все истрачены! Ха-ха, поэтому я уже готов покупать целых 20 мегабоксов! И надеюсь, то, что нам из них, конечно же, повезет, и хотя бы в одном мегаящике выпадет 10 предметов! Ага, размечтался! Такого точно не будет! Не-не, если зрители поставят лайки, тогда 100% у нас это получится! Ну все, гемы потратили! Ага, прямо сейчас с моего аккаунта списалось 499 гемов, но ничего страшного, потому что сразу же с первого сундука 6 предметов! Кубик, а чё, 6 предметов это хорошо? Ну, насколько я понял, если будет больше 5 предметов, то это значит, что хотя бы один предмет будет светиться. И сейчас мы, конечно же, это проверим. Походу, я был прав! Вау, реально! Там еще были гемазики, но их было как-то мало! И нас это вообще не волнует, потому что прямо сейчас мы выбьем какой-нибудь топовый скин! А с чего ты взял, что там будет скин, а не бравлер? Сёма, держу в курсе, мы находимся на моем основном аккаунте, и здесь все бравлеры у нас уже есть, поэтому нам выпал скин на Барли? Вы серьезно? Ха-ха, тебя, походу, заскамили! Да уж, было как-то обидно, но есть один нюанс, у нас светится еще единичка! Ха-ха, а вот это уже крутяк! Надеюсь, скинчик будет какой-нибудь получше! Эй, прибыл! Ну да, получается, что в сегодняшнем видосе у нас уже есть целых 2 скина! О, точняк! А давай подписчики внимательные посчитают их! Ну это сделают только самые внимательные подписчики! Ага, мне кажется, что этого на самом деле вообще ни у кого не получится! Не-не-не, Сёма, ты 100% ошибаешься, и в конце этого видосика в комментариях будет прям очень много правильных ответов! А мы пока что получили парочку иконок! И нафига они вообще нужны? Согласен, лучше бы это были какие-нибудь новенькие скины, но надеюсь, то, что мы, конечно же, сегодня еще получим, потому что четверка уже светится! Ого, это что будет, целых 4 новых бравлера? Не, я думаю то, что 4 бравлера нам Brawl Stars не положит, но вот хотя бы парочку скинов 100% должен! Ого, новый скин на Фрэнка! Реально, пещерный Фрэнк, это же вообще имба! Ага, полностью с тобой согласен, потому что он вроде стоит 150 гемов! Не, вроде как-то немного подешевле, зато нам выпал лайк! И лайкосик это очень хорошо, надеюсь то, что ты его прямо сейчас поставишь, потому что реально в этом видео я гемов потратил очень много. Ха-ха, Кубик, мы еще их не потратили. Нам нужно немного ускориться. Ага, думаю, что этот мегаящик вообще можно полностью проскипать, потому что здесь 5 предметов, и нам нифига не выпало. Только иконка на старого Эль Прима. Ну и нафиг она вообще нужна? Я думаю точно так же, поэтому просто ее пропустил. Дальше вообще 3 предмета. Вы че, блин, скамите нас? Зато выпал настоящий летающий мегаящик. Значок, конечно, прикольный. Не знаю, буду я его использовать или нет, но мы идем дальше. А чё в этом сундуке даже гемов не было? Не знаю, походу Brawl Stars даже их нам просто зажал. Ну, все понятно. Ладно, давай теперь я открою и выбью 6 предметов. Опа, на очень хороший знак. И, конечно же, светится снова четверка. Это же вообще крутяк. Надеюсь, то, что робот сунет там какой-нибудь топовый скин. Опа-на, скин на Була. Причем тоже скин из последнего обновления. Офигеть, а чё они так часто выпадают? В смысле, Кубик, а ты чё, недоволен? Не-не, наоборот, очень круто, что мы, конечно же, их получаем. И я вообще никак не могу нарадоваться, то, что мы открываем мегаящики. Ага, я этого так долго ждал. Реально, я уже просто отчаялся и думал, то, что мегабоксы мы с вами никогда не увидим. Но вот они, сияют прямо перед нами. Правда, кнопка жми-жми все время пропадает. Я не знаю, а ее вообще восстановят или нет? Я думаю, что на нее на самом деле вообще абсолютно пофиг, потому что самое главное открытие мегабоксов. Вы это видели? Блин, Кубик, что там было? Я пропустил. Офигеть! Это вообще реально! Если вы не поняли, что только что было, перемотайте видос на пару секунд назад. Я просто в шоке. Да
блин, я вообще ничего не понимаю. Скажите, что там было? Сёма, потом видос пересмотришь и сам все узнаешь. А я пока что выбил новенького Брока. Ого, это что за чувак? Это тоже новенький скин из обновления. Выглядит круто. Ого, я такой скин Brawl Dog даже не помню. Потому что нужно было смотреть его повнимательнее. А я получил еще и значок. Сёма, на это вообще абсолютно пофиг. Потому что я получил 104 гема. Да, нам вообще капец как повезло. Интересно, а кому-нибудь еще выпадало больше 100 гемасиков? Если у кого-то из вас был такой подарок, напишите в комментах. Ну или можете написать ютуберов, которым они выпадали. У меня на самом деле есть такое предчувствие, что мы одни единственные, кому так повезло. Ага, размечтался. Это 100% не так. Смотри, мне выпало 3 гема. Да уж, по сравнению с моими 104, это точно копейки. Ха-ха, это неправильно подметил. И у нас сейчас еще должен светиться предмет, а он что-то не светится. Ага, в этом ящике было целых 6 предметов, но походу 2 из них были иконки. Ну вот, видишь, а ты говорил то, что если будет 6 предметов, то будет светиться скин. Походу, я просто немного ошибся. Так, парни, а вы помните, сколько мы уже открыли мегабоксов? Не, я не помню. Но, кстати, сейчас снова как-то нифига не повезло. Зато выпали блинки. Я думаю, то, что они нам тоже еще, конечно же, обязательно пригодятся. В смысле, это еще зачем? Сёма, ты что, совсем дурак? Мы будем просто покупать на них скины. Это же логично. Ага, и снова запишем видосик топ скинов за блинки. Браво Старси! Такие видосики мы, если что, уже снимали! И я думаю, что самые преданные подписчики их, конечно же, уже видели! А у меня вообще есть такое предчувствие, что многие еще даже не подписаны! В смысле? А с какого фига? Это нужно обязательно исправить! Я думаю, что вам по-любому нужно подписаться на канал, если вы хотите попасть в следующий видосик! Ведь прямо сейчас мы показываем список новеньких подписчиков! И у тебя действительные шансы в него попасть, если ты прямо сейчас подпишешься. А у нас 6 предметов. Надеюсь, что хотя бы сейчас будет что-нибудь светиться. Кубик, пока что не светится. Вау, двойка. Ага, все-таки есть один светящийся предмет. А это значит, что будет новенький скин. Парни, а вы помните, сколько их у нас уже было? Вроде бы 4 штуки. Не, Сёма, ты что гонишь, что ли? Их было намного больше. И сейчас получили, конечно же, еще плюс один. Новенький динамайк. Неплохо. Еще плюс один скин. Двигаемся дальше. Еще дали на него значок. Ага. И, кстати, в прошлом открытии мы тоже выбивали этот самый скин. А, реально, что ли? А я даже не помню. Можешь просто у подписчиков спросить, они тебе в комментах, конечно же, подскажут. Здесь вообще выпало 3 предмета, просто какой-то скам. И нифига нам не положили. Ага, этот мегаящик был какой-то самый неудачный, но зато мне сейчас повезет. Опа-на, шестерочка. И кажется, у нас уже есть первый светящийся предмет. Интересно, что же там будет? Мне кажется, какой-нибудь скин. Сёма, это вообще-то было логично. Ага, потому что все бравлеры у нас уже есть и могут выпадать только скины на рикошета. Опа-на, погоди, а мне кажется, или у нас раньше был такой синий Рика? Походу его просто немного перекрасили и сделали новенький скин. Самое главное, что этот рикошет ставит лайки. Надеюсь, то, что вы сделаете то же самое, а мы еще выбили тот самый крутой значок. Ага, он такой необычный, всегда нам будет напоминать про мегабоксы. Мне вообще кажется, что это сейчас один из самых популярных значков. Есть еще значок с маленьким ящиком и дальше, конечно же, с рикошетом. Ого, дали скин, еще и значок на него. Совпадение, не думаю. Сёма, это реально не совпадение. Просто когда нам дают скин, дают еще значок до этого бравлера. А, да, а я-то все это время думал, что это просто совпадение. Вот блин. Да уж, походу этот Сёма Brawl Stars вообще абсолютно ничего не понимает. Опа-на, дали 1000 монет. А чё так много? Реально, это походу самое большое количество монет, которые мы видели. Но на самом деле было бы намного лучше, если бы нам положили больше 100 гемасиков. Еще от 104 гемов я бы точно не отказался. Ага, мечтать не вредно. Получай всего лишь 5. Ну, и за 5 гемасиков вам, конечно же, огромное спасибо, Brawl Stars. Окей, двигаемся дальше. Здесь вообще всего лишь 3 предмета. А, Кубик, я походу понял. Нам сейчас пока что просто не совсем везет. И в чем логика? Да в том, что дальше в конце выпадет вообще какой-то супер дроп. Ого, если это действительно будет так, то я, конечно же, вообще абсолютно не против. Но пока что реально выпадает просто какая-то фигня. Ты чё гонишь? У тебя вообще-то было 4 гемазика. У меня просто есть такое предчувствие, что это уже как-то маловато и хотелось бы намного больше. Да, в этот раз целых 5. Ха-ха, походу Brawl Stars просто тебя услышал.
Борис, ну ты как бы понимаешь, что 5 это не намного больше, чем 4? Я, конечно, понимаю, да, все-таки больше на 1. Но я немного не это имел в виду. А что же тогда? Я просто очень сильно хочу получить еще один приз со 100 гемасиками. Это же просто имба. А сейчас выпадает всего лишь по 4 предмета, причем из каждого мегаящика подряд. Во, схавал, да! Сейчас вообще дали всего лишь 1 гемас. Походу, мне лучше было лишнего не базарить. Ага, это неправильно подметил. Ну все, погнали дальше, открывай боксы. В этот раз хотя бы 5 предметов. И надеюсь, хотя бы один будет светиться, даже целых 2. Кстати, а я вот не понимаю, нафига сделали так, что после светящегося предмета может теперь ничего не выпадать? Реально, в прошлом Brawl Stars, когда у нас светила 2, значит 100% светилась бы еще и 1. А здесь Brawl Stars все решил сделать по-другому. 2 открыли, и это был скин на Рика! Офигеть! Да это же вообще один из самых крутых скинов Brawl Stars, который есть за блинги! Кубик, а ты реально думаешь, что его можно купить за блинги? Ну, блинговый монарх Рика. Мне кажется, что это логично. Хе-хе, ну не знаю. У Brawl Stars может быть абсолютно другая логика. Ну да, это я, конечно же, понимаю. Кстати, если что, мы сейчас еще обязательно еще получим скин с гемасиками на этого рикошета. Воу, точняк! Потому что его дают за 10 открытых мегабоксов. А мы прямо сейчас открываем целых 20 штук. И походу мы сразу это сделали и скин на Рика получили. Сейчас он только перевоплотится в гемасика. Ага, и наверху у него над головой появилось целых 6 кристаллов. Ставь лайк, если бы тоже хотел получить такие кристаллы в реальной жизни. Сёма, у меня есть такое предчувствие, что этого невозможно. А еще получили целую кучу значков. Ого, значки вообще крутецкие. Не знаю, конечно, будем мы их использовать или нет, но сейчас возвращаемся снова в магазин. В смысле, зачем? Хе-хе, чтобы купить еще настоящие мегабоксы. Тем более, что гемасики у нас, конечно же, позволяют. Кстати, я же хотел еще купить блинги. У нас тут есть акция на 50% больше. Вау, кубик, тогда мы 100% покупаем. Прямо сейчас тратим еще 49 блингов, которые можно сказать, что только что заработали. Ага, просто взял и выбил их из мегаящика. Ну и получается, что на халяву получил еще 2500 блингов. И еще у нас есть подарки в магазине. Первый будет монетки. Надеюсь, что второй будет немножечко получше. Угу, наверное, опять какие-нибудь очки силы. О, я угадал. Сёма, ты офигел что ли? Ты как вообще это сделал? Не знаю, походу я просто Ванга. Не, Сёма, я бы тебя каким-нибудь другим словом назвал, но думаю, то, что зрителям это не понравится. Ха-ха, ну не знаю, они там со мной в комментариях вообще так смешно обзывают. В смысле? Прекратите это делать! Не нужно придумывать никаких обзывательств для Смена! Ага, а то я каждый раз смотрю, и мне становится как-то грустно. Сёма, не грусти! Прямо сейчас мы просто возьмем и откроем еще целых 5 мегабоксов! Ха-ха, ты думаешь, выпадут еще какие-нибудь скины? Не знаю, но очень сильно на это рассчитываю. И прямо сейчас у нас в магазине тратится еще 199 гемов на 5 ящиков. Ха-ха, думаю, что сейчас выпадут какие-нибудь крутые скины. А это мы просто возьмем и прямо сейчас проверим. Надеюсь, что ты не забыл поставить лайкосик, потому что гемов в сегодняшнем видосе реально ушло очень много. Тем более, если будет много лайков, тогда мы обязательно устроим битву вместе с Лодусом. И я думаю, что эта битва будет просто мега эпичной. Но все, конечно же, будет немножечко позже. Пока что наша главная задача просто открыть все эти ящики и выбить еще 2 светящихся предмета. Воу, Кобя, смотри, здесь целых 300 блингов. Ого, нифига себе, мне кажется, что это самое большое количество блингов, которые мы получали из ящика. Не, вроде бы было еще немножечко побольше. Окей, если это действительно так, напишите об этом в комментах. А мы пока что открываем еще одного пещерного Фрэнка. Правда, уже немного другого. Ага, этот Фрэнк, да, исторический. И по всей видимости, последняя награда, это просто будет на него значок. Да, я угадал. Нифига себе, Кубик, ты как это сделал? Да вот не знаю, просто мне подсказала моя интуиция. А, ну ладно, а я так смотрю, ты умен. Так, со мной еще хотят поиграть, погодите, это мы немножечко отложим. Ага, прямо сейчас у нас есть задачи поважнее, открытие мегабокса. Правда, вот мы их открываем, и нифига не выпадает, всего лишь один кристалл. Ну уж, могли бы положить что-нибудь побольше. Ладно, парни, не переживайте, нам еще повезет, ведь мегаящики еще остались. Открываем 3 предмета! И в этот раз кристаллов целых 2. Спасибо Brawl Stars, что положил их чуть-чуть побольше. Но все равно, мне кажется, что как-то маловато. Лучше бы была соточка! Мне вообще кажется, что 100 гемов может выпадать только один раз.
То есть это получается, что мы такие счастливчики? Ага, ну да. Не, надеюсь, то, что кому-нибудь из подписчиков тоже, конечно же, повезло. И они возьмут и выбьют эти 100 гемасиков. Прям 100%. А мы пока что идем дальше. Открываем еще 300 блингов. Вот видишь, я же говорил, они все время выпадают. Не, я до этого видел, только там выпадало 70-50 блингов. А вот сейчас реально было как-то слишком много. Кстати, парни, а вы в курсе, что мегаящики можно получать бесплатно? Конечно, Борис, я думаю, то, что это знают уже абсолютно все игроки Brawl Stars. А как это сделать? Нам нужно просто получать жетоны. Ага, у нас были квестики на жетоны, но мы их, если что, уже прошли. А еще эти жетоны можно получать в катках. Можешь сыграть в классические две игры. И получить за каждую по одному жетончику. Или прямо сейчас сыграть в Brawl Ball и зачистку. И за них вам тоже дадут настоящие жетоны. Кстати, Коми, это же получается, что первые подписчики уже смогли накопить этот мегабокс. Интересно, что им выпало? Ага, напишите, пожалуйста, в комментариях, а мы все ваши комментарии будем, конечно же, внимательно смотреть. А еще не забудьте написать, сколько мы сегодня выбили скинов. Да-да-да, это тоже очень важно. Надеюсь, то, что вы их успешно посчитали. А я вот хотел еще акцию купить, но походу гемов чуть-чуть не хватит. Блин, что, серьезно? Парни, мы же можем купить вот эти мегабоксы. Ага, идея, конечно, хорошая, но предлагаю их оставить лучше немножечко на потом, на следующие видосы. А пока что возьмем и откроем призы Storm. Я их уже так давно не открывал. Ага, буквально целых пару дней. Ну ничего страшного, сейчас, конечно же, тоже еще парочку откроем. Как обычно, из них нифига не выбьем. Но мне на самом деле кажется, то, что мегаящики были намного лучше. Ага, надеюсь, то, что их из Brawl Stars все-таки удалять не будут. Борис, сори, конечно, но у меня для тебя есть плохие новости. Эти мегабоксы у нас время. Блин, реально что ли? Надеюсь, что их потом еще обязательно вернут. И если ты тоже хочешь, чтобы мегаящики навсегда добавили в Brawl Stars, прямо сейчас поставь лайк на видео, подпишись на канал. А еще не забудь глянуть следующий видосик, который здесь уже появился. А мы выбили монетки.